3500 спасенных жизней, более 15 тысяч потушенных пожаров, а также более 30 муниципальных образований региона, где было предотвращено подтопление в период весеннего половодья. Ко дню спасателя в Химках подмосковные огнеборцы подвели итоги работы за 2023 год. С начала года проведено 720 тренировок с единодежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований Московской области. Большинство ЕДДС муниципальных образований по итогам тренировок получили оценку «хорошо». Огнеборцев и спасателей региона с профессиональным праздником поздравил заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Ваш вклад неоценим в общее дело борьбы с пожарами, предупреждения, ликвидации чрезвычайной ситуации. Московская область – это одна из визитных карточек таких красивых, нарядных, рабочих МЧС России и всей системы РСЧС. Также огнеборцев поздравил заместитель главы округа Химки по безопасности Александр Цуканов. Он отметил, что Химки – кузница высококвалифицированных спасателей, благодаря расположенной здесь Академии гражданской защиты МЧС. Не оставили без внимания и спасателей МБУ «Химспаса», которые за 15 лет успешно решают задачи по защите населения округа. Позвольте мне от главы городского округа Химки, от лица администрации, от себя лично поздравить вас с профессиональным праздником. Людей самой мужественной и благородной профессии. Спасатель. Спасибо вам за вашу отважную работу, за спасение жизни людей и помощь тем, кто попал в беду. Кульминация встречи в торжественной обстановке. Спасателям присвоили очередные звания, лучших из лучших наградили и поблагодарили за работу, в том числе за мужество и умение правильно принимать решения в сложных критических ситуациях. Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, новости Химки ТВ.